In a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar in. Срочно вызываю. Вызывай. Где мы? Руку. Я тоже скорую вызываю. Да, да. Какая номер? Тихо, тихо, тихо. Тихо сидите. Какой номер скорой? Звонит в 112. 112? Да. Сейчас. 112. Скорее. Где мы? Тихо, ребята, тихо. Опа. Блядь. А я ему говорил, что у него там... Ой, бля. Который стоит на разводленных петелях, я ж там... Прямо в свежак, он просто только-только его зашибил. Он, кстати, очень был образованный, потому что... Ну, особенно прямо только что убили. Больше, ближе. И тот пуганок. Там половина Украины, включая, кстати, Харьков, там ровно прям вот все то, чего Восток, Юг, дальние границы, да и северные Казахстан, а вот это там.
Гахилин это вообще провинциальный хазарский форпост. Пока мадьяры не прошли через границу, не порой. А претензии пусть вин. Тоже в Европу. Кто они такие? И в этом плане вообще, да, столица Казанского кабинета на территории будущей Российской империи, будущего Советского Союза, а нынешней Российской Федерации. Да хоть что, идти и между прочим. Казанский кабинет, а здесь как возник? По вопросам истории Советского Союза. Ну, великий Аллах, да, погибуша от него про это кто? Аллах. Ну, быстро, как все кочевые империи. А вот тюркский кабинет, рвачек. Тюрки, это же вот прям вся Центральная Азия, вот все бывшие советские социалистические республики. А потом гражданские войны, хазары на распаде тюркского кабинета победили болгар. Болгары от кочевого и затаили. Что и произошло в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И сейчас, и сейчас Южный поток тоже надолго затаили. А как? Ну что, чё, конечно, пусть отстоят. Но каждый раз, каждый раз, когда нам с Болгарии делают какую-нибудь гадость, вот, например, охотников Южных, потому что взяли и пресекли прям вот. Или там по атомной станции разрубили. Я вспоминаю, что наши хазары им вломили, погнали туда, грекам, кинкам. И вот, вот, и самое смешное, что это все даже там берет на столе, и это все происходит в жизни. Хорошо, так что исполнил свою песню, то бишь эту. Не пора, блин. Давай ты, турбо. Ёб твою мать! О, Господи. Мамочка, 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 звони, звони, мамочка. У меня и домашний ключ от два от Руставели подходит ко всем нашим. Готов на видеорегистратор записан. Что это такое было?
твою мать, блядь. Ебанутый нахуй. Пиздец, блядь. Ну, без разницы, то есть там, ну, завтра, да, там. Вот, ну все, Анют, спасибо тебе большое. Ага, ну все, давай тогда. Пока. Сиди, Давид. Сиди.